этом видео будут сразу несколько видов товаров. Первый из них это сигнальная кепка. Я полагаю, это для того, чтобы вы случайно с коллегами по охоте не подстрелили друг друга. Либо если в каких-то чрезвычайных ситуациях вы хотите, чтобы вас нашли в лесу. Как она устроена, вы видите на экране. Далее шапка, вязаная, ничего особенного, просто вязаная шапка, хорошего качества и хорошего бренда. По цветам не уверен, скорее всего есть только зеленая, возможно еще и черная. Далее, перчатки. Хочется увидеть уже у нас в магазине, ну особенно мне, тактические перчатки. Это, к сожалению, не они, это обычные перчатки из непромокаемой ткани, со специальной перфорацией для того, чтобы руки в них не потели, и специальное нанесение на рабочую часть перчаток для того, чтобы ружье или удочка не скользили в руках. Сразу предупреждаю, что на среднюю руку. У меня средние руки, и налезли они мне вот-вот впритык. На большую руку точно не налезет. На каждый товар ссылки в левом верхнем углу. Это был Максим Понимат 24. Не забывайте про лайки.